Профессионально боксе я задумывался в течение последних 2 лет. Настроен я уверенно и надеюсь, что покажу хороший бокс и достигну каких-то титулов. Стоял в парах с участниками чемпионата России довольно-таки неплохо. И сейчас в хорошей форме, готов полностью. Уже после 10 декабря буду выводить себя на скорость, на скоростную, как бы уже подготавливаться к формату профессионального боя 4 раунда по 3 минуты. Ну, больше спаррингов уже подводящих, лапная работа, взрывы, ускорения. Тренерский состав я не менял, как бы также остаюсь, сейчас работаю с Тадаевым Русланом Хазыричем, его помощник Никита Томилов. У нас 13 декабря заезд на сбор, это плановый сбор от КВШСМ на 2 недели. Там уже буду подводить себя к бою под их руководством.